Добрый день, уважаемые друзья! Рад вас приветствовать на канале. Сегодня у нас 6 апреля 2024 года. Уважаемые друзья, хочу продолжить цикл видео про георгины, которые приобрел несколько месяцев назад. Вот, соответственно, хранил их в подвале, то есть в погребе сарая. Вот что неоднократно уже выкладывал и говорил. Вот, и буквально пару дней тому назад начал уже их высаживать в открытый грунт. Уважаемые друзья, посадил такие сорта, как уже Boom Boom White, Wizard of Oz, вот White Milena, Lightning Cherry и ряд других. Как уже ранее говорил, у меня несколько сортов георгин пропало, потому что это было в этом году первое мое знакомство с клубнями этих цветов. Вот по незнанию хранил в непроветриваемом и в очень влажном погребе. Вот часть их пропала, сгнила, а часть съели клубни мыши. Но ничего страшного, ряд осталось. И один из них — это вот такой замечательный клубень под названием Golden Scepter, или его некоторые называют еще Golden Scepter. Вот он желтого окраса, сам помпон, высота его достигает где-то от 60 до 90 сантиметров, диаметр цветка где-то от 7 до 9, уважаемые, сантиметров. Если посмотреть на этот клубень, то он выглядит довольно здоровый, здесь нету никаких, скажем так, видимых серьезных повреждений, вот, нету никаких ни бактерий, ни гнили, поэтому буду его высаживать. Ну, так как он немножко был, скажем так, подвял, то я его где-то замочил на 2-3 часа в ведре с водой. Он немного пропитался, напитался, клубни пропитались водой, поэтому я думаю, все будет нормально. Уважаемые друзья, для посадки, соответственно, конечно, необходима посадочная яма. Вот, выкопал габаритные размеры ее где-то 30 на 30. Вот, соответственно, и нужны удобрения. Вот, удобрения буду использовать такие, как азотно-фосфорное, калийное удобрение и обыкновенная древесная зола. Ну, давайте, уважаемые друзья, приступим. Вот, сейчас клубень положу еще раз в воду. Возьмем жменю. Жменю азотно-фосфорно-калийного удобрения. Вот, обыкновенная жменя. Рассыпем ее. Ой, начинает сыпаться. Рассыпем ее по посадочной яме. Соответственно, возьмем тоже жменю древесной золы. Также, уважаемые друзья, посыпем посадочную яму. Вот. А, все это перемешаем. Тщательно и хорошо перемешаем. Вот, для того, чтобы у нас вот это вот комплексное удобрение не пожгло нам клубни. Также, уважаемые друзья, несмотря на то, что сейчас апрель месяц, вот, но уже более-менее установилась такая теплая температура, хотел вам показать, вот взял специально такой вот прибор, который показывает температуру почвы земной, земляной, но села батарейка, поэтому ну, не смогу вам показать температуру. Перед этим, перед снятием видео, у меня была температура плюс 8 градусов. Поэтому клубни георгин желательно сажать, конечно, когда уже установилась, еще раз повторюсь, хорошая, теплая погода, потому что они очень боятся заморозков. Вот, но так как символ георгины является символом упорства и целеустремленности, а у меня есть такая черта, может быть, плохая, я ее как бы тоже в данный момент сейчас использую и сажу, может быть, раньше эти клубни георгин, чем следовало. Но желание такое есть, посадить пораньше, надеюсь, они не замерзнут. Поэтому давайте опять вернемся к нашему, к нашей посадке. Вот, соответственно, все вот это вот я перемешал. Вот, ставим клубень георгины в посадочную яму. Вот, как я
предыдущие где-то около 30, больше 30 саженцев уже посадил. Вот, кстати, накрыл их с подбонгом и накрыл их еще пленкой. Вот. Ну и, соответственно, эти клубни, уважаемые друзья, засыпаю. Вот. Засыпаю где-то сантиметров, ну, от 3 до 5 выше корневой шейки. Вот. Все это присыпаю землей. Совсем здесь. Вот. Ну и, соответственно, это, конечно, все надо это пролить водичкой. Без фанатизма. Вот, проливаем. Вот сейчас водичка впитается. Вот. Ну и, соответственно, уважаемые друзья, все это пока на определенный период я это все, конечно, опять накрою. Вот, потому что все-таки еще у нас в Могилеве здесь немного бывают по утрам еще морозики небольшие, но бывают 1-2 градуса. Вот, поэтому все-таки побаиваюсь, чтобы они не замерзли. Вот, ну, как-то так. Вот, поэтому, когда уже установится более-менее хорошая погода, где-то плюс 18-20 градусов, где-то на 3-4 дня, соответственно, это укрытие буду снимать, ну, вот, чтобы оно немного проветривалось, как бы земля проветривалась, вот, и наши клубни георгин, чтобы они чувствовали себя хорошо. Поэтому буду в дальнейшем выкладывать видео, что получится, потому что тоже, как еще раз повторюсь, имею дело в этом году с этими цветами впервые, поэтому сам учусь. Если кто-то что-то мне подскажет в комментариях, буду этому очень рад. Всем спасибо за внимание, всем удачи и хорошего дня. Подписывайтесь на канал.